В Омске достаточно активное IT-сообщество, потому что, ну, даже несмотря на то, что я первый раз приехал в Омск и выступаю, я слышал о том, что в Омске проходят DevFest'ы. Я знаю о том, что это достаточно такое яркое событие, то есть оно видно и не только в рамках Омска, а и в России в целом. Поэтому я думаю, что ребятам надо просто продолжать и делать крутые штуки, как они делают это прямо сейчас. Я познакомился с некоторыми новыми спикерами, с кем я еще до этого не встречался, и пообщался с несколькими ребятами, как знакомыми, так и незнакомыми. В общем, все интересуются Flutter. Я очень рад, когда спрашивали про то, кто уже пописал на Flutter, там много людей похлопали. Круто, что в Омске так растет Flutter комьюнити. Хочется, чтобы еще больше росло.